Ну, скажу, что сегодня уже чувствовалось, что мы играли более, были более свежие, все-таки была неделя, и команда за это время, ну, определенный шаг сделала. Считаю, что, в принципе, мы смотрелись неплохо, и, в принципе, ну, не скажу, что мы этот матч проигрывали по самой игре. Те ошибки, которые совершили, их даже трудно назвать какими-то там грубыми, или это потому что первый момент очень спорный, когда был пенальти, а второй мяч залетает, можно сказать, что со зрительной, с яруса зрителей залетает в ворота, и, ну, конечно, это тут понятно, что ошибка, и говорить уже не о чем. Вот. Конечно, чтобы выигрывать, нужно забивать. Мы сегодня в первом тайме у нас были определенные там удары в ворота, выходы, но для победы этого мало. Но скажу, что пока не будет у нас в строю нападающего, у нас Захарьков выбыл, Иванов выбыл, пока у нас вот так вот все на тоненького, нам очень тяжело доминировать, хотя мне не в чем ребят упрекнуть, они старались, но рано или поздно, видите, допускаем ошибки, и матч проигран. Хотя я думаю, что если так все дальше будет, то, естественно, мы ситуацию эту поправим. Так, добрый вечер. Ну, мы рады, что мы выиграли эту игру. Мы, в принципе, понимали, что команда Елгава, они будут очень компактно играть, они будут большими силами садиться на свою половину поля и будут пытаться выйти на контратаку. В принципе, до игры это знали, в течение 5-7 минут. Мы поняли, что они как раз планируют так обыграть нас, что после контратаки. Поэтому мы максимально быстро пытались отбирать этот мяч на чужую половину поля, чтобы их не выпустить со своего половины поля. В принципе, первый тайм очень так обладали большое преимущество именно по игре, но не было голевых моментов столько я хотел бы, чтобы забить гол. Ну, после первого тайма у нас чуть-чуть пришлось сделать коррективы, выпустить Силагадзе, и там больше пошло, еще добавился человек, который очень хорошо располагается с мячом, хорошая техника. И как раз насчет вот этих треугольников, которые мы создали во втором тайме, вот скрыли соперника, первая передача, хороший разрез Тулу, сработал пенальти, забили гол, и, в принципе, после этого гола уже полностью контролировали игру. До игры понимали, что игра не будет простой, и наша задача была, что на 100% концентрироваться конкретно в сегодняшней игре, чтобы у нас в голове не проскочила ни в коем случае турнирная таблица, потому что мы знаем, что в нашем чемпионате не имеет значения, кто на каком месте. Любая команда может отобрать очки любую команду. Поэтому спасибо ребятам, чтобы они очень мобилизованно выглядели. И спасибо, что мы эту игру выиграли. Выиграли красиво. Слышали, что болельщики очень довольны. Поэтому можно сказать, что в этот вечер сложилось все, в принципе, как мы планировали. Теперь мы будем готовиться уже конкретно к Еврокубкам. Спасибо. Ну, как я уже в прошлой пресс-конференции я сказал, что это молодой парень, чуть-чуть попытались его сбить, скажем так, с рельсы, который он сегодня стоит. Поэтому на тренировках видно было, что он заряженный, он хочет. Что-то у него переключился здесь после наших бесед и разговоров. Поэтому это я чувствовал на тренировках, что он готов. Поэтому я его поставил в основном составе. Вот, конечно, он был чуть-чуть не в таком форме, как я хотел бы сегодня. По одной простой причине, что он выпал с игровой времени, пропустил игру слепой. Но зато он был намного свежее, чем все остальные. Поэтому он очень сильно сегодня нам помог. Помог именно вот этот первый эпизод, который он открылся, заработал пенальти. И в целом очень сильно помог в оборонительных действиях, очень сильно помогал. Поэтому все идет по плану. Эти моменты, которые происходят с молодыми игроками, это очень-очень внимательно нам надо следить за это, потому что, к большому сожалению, вокруг футбола есть люди, которым не интересует вообще
что такое строить клуб. Им интересно только на сегодняшний день украсть футболиста или что-то еще, внушить какие-то сумасшедшие вещи в голове, чтобы парень сбился, скажем так, с пути. И не с пути не только Тулу, но и многих ребят. Поэтому я сейчас не буду фамилии называть. Разобрались, все хорошо. Он в порядке, и он провел сегодня очень хороший матч. Ну, мы изучаем уже больше 10 дней уже эту команду, после того, как сразу стало известно, с кем мы играем, изучаем. Я смотрел несколько матчев, как они на кубок играли, как они последний тур вчера или позавчера проиграли 2-1 на въезде. Поэтому изучаем, понимаем и осознаем, что соперник очень сильный. Польский футбол вообще очень сильный, скажем так, и команда укомплектована с такими мужиками, скажем так, возраст 25, 27, 30, 31, 32. Поэтому мы это прекрасно понимаем, но ни в коем случае никакого страха, только уважение сопернику. И мы едем туда, чтобы показать, что в первый год Вальмера в Еврокубках она не случайна. Да? Если я сейчас буду громкие слова какие-то невероятные, я буду неправ, но я осознаю, что у нас очень сильный соперник, но наша задача попытаться вот эту игру провести так, чтобы очень многие любители футбола запомнили нашу команду как молодой перспективная команда.